И мои перчатки. Это вы купили эти монеты? Да нет. Нашли? Вот теперь. Ничего-то не стоит, это железные монеты. Это не монеты, в смысле, это сувениры. Китайские, да? Да, наверное. И нет среди них ничего нормального. Ничего нормального. Ну, уже даже и слово знаете, китайские, молодые. Мне сказали, что есть подделки. Но это не обязательно китайские, почему? Там они разные бывают. Не обязательно китайские, это в разном исполнении разные люди выпускали. Ну, вы-то с этим сталкиваетесь, все равно. А вы где взяли-то? Нашел, детеныш. Откопали. Ну ты точно откопал, что ты говоришь? Ты же говоришь, нашел. Нашел. Ну ты же говоришь, не копал. А, смотрите, а я еще знаю, что это по лесу можно определять. Ну, это понятно. По граммам, что-то слышал. Что-то ты где-то слышал. Ну, мой говорю. Юный друг, это ничего не стоит. Не заморачивайся. Ладно, не будем здорового мало. Извините за вас. Так все нормально. После этого надо тщательно руки вытереть, вот, после вот этого всего, держи. И не трогай больше эти монеты руками. Их натирают свинцом, черти что, и детям не обязательно это еще.